Чем удобрять малину весной? Малина нуждается в дополнительных подкормках, особенно если растет на скудных почвах. Самые важные для малины удобрения – азотные, калийные и фосфорные, но любит она и органические. Азотные подкормки обычно вносят именно в весеннее и летнее время, поскольку они снижают морозостойкость и не годятся для использования осенью. Недостаток азота приводит к замедлению роста побегов, измельчанию листьев и резкому снижению урожая. Нехватка фосфора проявляется ослаблением побегов, а дефицит калия не только плохо влияет на урожайность, но и сильно снижает зимостойкость. Подкармливать малину весной лучше всего по следующей схеме. 1. Сразу после таяния снега, еще до рыхления почвы, вносит азотные удобрения 10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 кВм. Следует иметь в виду, что азотные удобрения подкисляют почву, а малина плохо переносит высокую кислотность. Поэтому опытные садоводы советуют вместе с азотными удобрениями вносить под каждый куст стакан золы. Аммиачную селитру можно заменить калийной. Она тоже содержит азот, но не закислит почву. Перед внесением удобрений растения необходимо хорошо полить. Некоторые садоводы используют комплексную подкормку собственного приготовления. Аммиачная селитра, калий и суперфосфат в соотношении 1:1:2. Дозировка 100 г на 10 л воды. 2. После рыхления почвы вносит органические удобрения в качестве мульчи. Это могут быть перегной, торфокомпост, соломистый навоз и т.п. 3. В мае малину подкармливает коровиком, разведенным из расчета 500 мл на ведро воды. Расход удобрения – около 5 л на 1 кВм посадки. Сторонникам исключительно природных подкормок с успехом удается заменить минеральные удобрения органикой. Всем хороших урожаев! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.